Всем большой пламенный привет, мои дорогие, из солнечного штата Колорадо, город Стимбат Спрингс. У нас жара непереносимая. И вот чувствую, вот этот мой любимый свитерочек придется сейчас снимать. Уж больно жарко. Покажу свой аутфит. У меня есть подобный серый свитерок, который я очень сильно люблю. Там есть поясок. И вот в чем прелесть вот таких вот вещичек, в том, что тебе прохладно запахнулся, тебе жарко как бы раскрылся. Если нужно, снял, вещь занимает немного места. Так, у меня вот это Stan Smith белые Adidas. Джинсы, но я их как-то показывала. В общем, ничего необычного, просто все очень комфортно. Давненько я не снимала видео, честно скажу, у меня абсолютно не было ни желания, самое главное, ни времени. Вот, и очень много чего случилось за это время, поэтому я решила так. Ребят, буду летом вести свой канал, как я того пожелаю. Будет у меня passion, смонтирую видео, не будет, значит, фиг с ним. Также я уже делаю какие-то видео за прошедшее время. Они на данный момент, все это уже свершилось. И буду их выкладывать в формате, что вот моя жизнь там за 2 недели. Что случилось? Как-то так, приблизительно. Так, ну все, у нас началось время для рыбалки. Вот как вы видите сейчас, здесь мужчина что-то пытается ловить. И по ходу всей реки вот рыбаки друг от друга на каком-то расстоянии испытывают удачу и отдыхают таким образом. В общем, я пришла в этот парк неспроста. Очень часто я здесь что-то снимаю для вас. Но по той простой причине, что здесь немноголюдно. Вот, и никто не сбивает с мысли. А рассказать мне есть вам что. Так что устраивайтесь поудобнее, наливайте чашечку чая. Сейчас поделюсь своими приключениями. Так, ну я была по свитерку права, переборчик. Ну, слишком жарко. Самое неудобное в этом парке, это то, что здесь практически нету тени. И я вот нашла единственное место, видите, пытаюсь вписаться в тень от дерева. Потому что на солнце находиться невозможно. В общем, так что прошу прощения, если освещение будет так себе. Ой, в общем, что у меня случилось, ребят? В общем, вчера я пришла с работы, очень сильно потрясенная. И в очередной раз поняла, что меня прокатили. В очередной раз, повторюсь, я сделала для себя вывод, что да, в этой компании, в которой я работаю сейчас, по крайней мере, в локации, в нашей локейшн, ну, не будет мне зеленого света, не дадут мне ни продвинуться никуда, и, в общем, никакого карьерного роста, по крайней мере, в магазине в нашем городе у меня точно не случится. Каждый раз, вот знаете, есть такая поговорка, несколько раз наступать на одни и те же грабли. И вот все мы ее знаем, да, но кто-то делает выводы быстро и сразу, после одного события, когда раз грабли по лбу навернула. А кто-то такой тугодум, как я. Нам надо несколько раз, и иногда даже не 3. И вот я сама себя смеюсь, понимаете, где-то. Думаю, Вика, ну сколько уже тебе нужно доказательств, что, наверное, не место тебе здесь. Ищи какие-то опции, смотри на другие варианты. Но ничего здесь хорошего с тобой не произойдет. В общем, что случилось? Ну, кто смотрел мое видео, кто нет, вот здесь вот поставлю ссылочку вверху и внизу под описанием видео, если не забуду. Я вам рассказывала, как я пыталась податься на позицию Body Care Manager и пролетела как фанера над Парижем. Меня не взяли, выбрали 19-летнюю девочку без опыта, без вообще ничего, но зато симпатичную молодую. И для меня это был страшный удар, ну, потому что я человек все-таки с большим багажом знаний, опыта, пусть даже не американского, но явно в сфере ритейл. Для меня эта работа была супер изи, но самое обидное это для меня, я ее очень сильно хотела вот на тот момент.
И мы там, еще один паренек и вот эта девочка, мы подали все applications на эту позицию, выбрали ее. В общем, все менеджеры были в шоке, что мне немножечко польстило. Вот. Но, конечно, мне пришлось пострадать. Для меня это был удар по моему самолюбию. Ну, вообще, мир рухнул. В общем, я очень переживала. Уже об этом рассказывала. Потом прошло время, я вздохнула спокойнее, свободнее, решила, блин, ну, случилось, как случилось, фиг с вами. Буду жить своей жизнью, просто наслаждаться выходными днями. Тем более, что из-за вот этой ситуации мне удалось поменять свое расписание всего лишь на 3 дня в неделю. Так, ну вот, все. Кратко я вас вела в курс дела, кто не смотрел мои предыдущие приключения. Вот, и вот здесь только более-менее душевное состояние у меня устаканилось. Да, вы знаете, я там пошла в Produce Department, тоже не задалось. И вчера, нет, несколько дней назад прихожу на работу и чувствую шкурой, вот кожей, что-то происходит. У кого не спрошу, все что-то ходят, обсуждают, перешушукиваются, друг на друга поглядывают. Я думаю, что-то не то. Потом узнала, что у нас будет уходить receiving manager. Это та позиция, которую я хотела давно, и меня опять бортанули. У меня начались опять душевные волнения. О боже, не попытаться ли мне туда? Но самый главный шок для меня был даже вот 2 дня назад, на вчерашней смене, когда мне сказали, что, оказывается, вот эта девочка, она подала заявление об уходе. Па-па-па, картина маслом. И вот тут у меня началась обратка, знаете, откат. Я думаю, ну как же так, да? Тогда было несправедливо, потому что, ну, все знали, эта девочка не хотела сильно эту позицию так, как желали вот ее мы, 2 взрослых человека, с опытом, как мы за нее боролись. Она просто, знаете, 19 лет, под воздействием там ее подружек из соседнего отдела, та давай, та такая легкая, ну, как бы... должность, давай поднаберешься опыта. В общем, я не знаю, какие у нее были аргументы, они под нее поднажали, и она на нее подалась. И получила. А люди, которые, в том числе я, ее очень сильно хотели, оказались за бортом. Но теперь вот вам результат, когда менеджер магазина не умеет правильно подбирать персонал. Да? Он не может вычленить человека, который будет работать на компанию достаточно долго. Она проработала сколько? 5 месяцев, и вот уже уходит. Па-па-па! То есть компания вложила в нее время, обучала ее, и все. Несколько месяцев она набралась какого-то там опыта для себя и ушла. Пипец. Но самое, знаете, что, с чего начались мои 3 волнения? Во-первых, о том, что я об этом узнала. И у меня, естественно, душевное метание. О боже, позиция, которую я хотела, теперь available. Потом у меня настиг шок. Мне сказали, что на самом деле уже вот этого паренька, который первоначально еще в самом первом раунде бился за эту позицию, его уже, оказывается, утвердили. И вот тут я поняла, как меня прокатили, представляете? То есть никто не сделал никакого анонсмент, ничего. Менеджер знал, что я интересуюсь этой позицией, менеджер магазина. Он мне вообще ни слова, ни полслова не сказал. Я уехала, он знал, что я уезжаю на несколько дней, что я буду out of town, то есть я не смогу, не зная этого, на нее apply, да, я не смогу зайти в интернет. И вот как только я уезжаю из города, он тут же этого паренька утверждает. Вывод для меня неутешительный, Вика, тебя изначально, ну, у тебя просто вообще не было никаких шансов ни в каких департментах этого магазина. Потому что неважно, какая у тебя квалификация и так далее, и не важно, какая будет open позиция, все равно будет кто-то, кто по какой-то причине достоин больше, чем ты. Это было больно. Больно, у меня тряслись вчера ручки от такого вот понимания. И удар номер 3, который меня вчера настиг на смене, когда я поговорила с этой девочкой, она, знаете, вся такая... я даже не знаю, почему меня менеджер магазина тогда, ну, типа, вот так push too hard, чтобы я эту позицию заняла. Я смотрю, думаю, девонька, серьезно? Знаете, я не удержалась, я сказала, что, конечно же, в твоей вины в этом нет, потому что решение принимаешь не ты, да, кого брать на работу. Но на будущее, типа, извини, но я должна тебе сказать, что не...
бери какую-то позицию, работу и должность, которую ты реально не хочешь, потому что вот таким поступком ты забрала шанс у других людей, которые как-то desperate want this job, которые хотели эту работу отчаянно. И ты просто, знаете, так, ну ладно, забрала этот шанс у людей, теперь, по сути, уходишь через несколько месяцев. Но я сказала это в более все такое мягкой, полайт форме, но идея была понятна. Вот. Фух, так что вот такие вот три удара меня вчера настигли жизненные. Меня поколбасило, я открыла интернет, увидела, что технически на сайте позиция до сих пор открыта. То есть, по идее, я могла бы на нее apply. Но, опять же, вопрос, зачем? Зачем тратить время? Потому что парень, которого уже утвердили каким-то несказанным образом, всего лишь за несколько дней после того, как... В общем, это менеджер подала 2-week notice, да? Он буквально тут же подался на вакансию, и пара дней, и все, approved. У меня много до сих пор еще вот эмоций на эту тему, потому что, по сути, это неправильно. По правилам, любая компания, когда она постит вакансию, есть какой-то такой вот waiting period, да, они должны эту держать вакансию открытой определенное количество дней, но чтобы у других предоставить, чтобы все предоставить всем другим кандидатам equal job opportunities, и те, кто хочет, у них было время apply for this job. И после этого, ну, по идее, должно состояться интервью, тогда выбирается наилучший кандидат. Я думаю, что они воспользовались таким вот подводным камнем, что есть такое в Америке понятие, что позиция open till it's filled. Ну, то есть она открыта, пока они не найдут достойного кандидата. И всегда можно сказать, ну вот, мы открыли же позицию в интернете, и мы нашли сразу достойного кандидата. Но, опять же, это в нарушение правил, они должны ее держать какое-то количество времени, раз. Во-вторых, если они нашли уже этого кандидата, позиция должна быть закрыта, а она до сих пор открыта. И в-третьих, они не сделали announcement. Об этом сейчас чуть-чуть расскажу, почему вот меня взбесило это все опять. Вот. И, но самое интересное, на сайте уже позиция вот этого мальчика, который был ассистентом другого департамента, она уже открыта. Ну, то есть все понятно, что он уже утвержден, поскольку его, на его позицию уже можно подаваться. Смысл вот этого цирка и... моего резюме и подачи на эту должность. Ну, смысл, ребята. Теперь по поводу announcement. Почему я, у меня вот эта несправедливость во мне кипит? Я сейчас пытаюсь смеяться, потому что, ну, сегодня мне уже немножечко смешно. Когда я пыталась перевестись вот этот department produce, да, и попросилась менеджера, что, вы знаете, я бы хотела с кассы вот туда перейти. Знаете, что он мне сказал? Ну, Вика, хорошо, я подумаю, но я должен сделать announcement. Ну, то есть в магазине должны огласить для всех работников это все, что вот у нас открыта позиция. Для того, чтобы, ну, типа, люди, которые хотят, also have a chance to, ну, типа, попытаться получить эту работу. Другие люди должны знать, if they want this job too. И для меня это тогда был такой шок, типа, что? Но я же даже пыталась на тот момент перейти, просто перейти в департмент. Я там не пыталась подаваться на ассистента этого отдела. Я не пыталась быть менеджером. Я просто хотела из одного дела перевестись в другой. С каких пор мы делаем announcement по поводу таких позиций? У нас такого сроду никогда не было, вот сколько я работаю. И тут вдруг, поскольку я попросилась туда, срочно вот нужно это делать. Я была в шоке. Я уже тогда чувствовала, что, Вика, вот тебе еще очередной красный флаг. А тут вдруг получается, девочка, менеджер этого департмента, говорит, что я ухожу. Ну, после того, как она об этом сообщила, начинается отчет 2 недель, когда она должна отработать. Никакого анонсмента, ничего, постится позиция, и тут же в течение нескольких дней уже выбран кандидат. Ну, вам не кажется это странно, да? Вот мне кажется. В общем, ребят, прокатили меня полностью.
Что я буду делать? Вы знаете, это хороший вопрос. Как я сказала, вчера у меня, ну, все, у меня был нервный стресс, на мне все трусилось, мне было обидно, вот как меня в очередной раз ни во что не ставят. Фу, что я тут ничего не значу. И я продумывала, какие варианты развития этих событий. Ну, можно пойти, да, все-таки податься официально через сайты, начать какие-то разборки, позвонить HR-у, рассказать о том, как там ко мне относятся с точки зрения дискриминации. Потому что, как я уже сказала, но явно не было предоставлено equal job opportunities, да, для всех работников. Но у нас, понимаете, проблема в том, что город маленький. И вот я такая воинственная, если раньше как-то еще пыталась воевать, раз в какой-то жизни я решилась, переспав ночь вот с этими мыслями, я решила поменять свою тактику. И пришла к тому выводу, что я приму все как есть. Конечно же, завтра я хочу поговорить с менеджером в очень позитивном, спокойном тоне. Хочу ему рассказать о своих чувствах и как же так, да, почему. Я еще подумаю, как это сказать вежливо и так, чтобы сохранять субординацию, но чтобы человек понял, что я расстроена, что, ну, это не очень правильно. И вот раз в своей жизни я хочу выбрать другую стратегию. Я не хочу ничего доказывать. Я устала доказывать, понимаете, людям что-то. Но не хотят меня видеть в этом месте. Ну, не знаю, какие там у менеджера причины. Но уже, ну, больше, чем 3 раза у меня ударили грабли по лбу, чтобы такая тупая девочка, как я, могла понять: Вика, ты здесь нежеланна в этом месте. Тебе не будет, ну, как бы, пути здесь. Поэтому не буду доказывать, я хочу быть счастливой и воспринимаю вот этот последний уже, знаете, удар швабры по голове. Я его воспринимаю как для себя знак, что Вика, вот окончательный ответ на твои попытки. Ты год пыталась очень very hard, да, to get through and get any another job. Это знак, что тебе пора посмотреть совсем в другом направлении. Психани, найди другую работу с большей оплатой. Найди вторую работу, найди баланс в жизни или просто наслаждайся выходными. У тебя все еще есть твои full-time часы и insurance. Все. Но смотри в другую сторону. Так что для меня, подводя итоги, вот это все послужило знаком. И будет для меня уроком, как вести себя по-другому. Моя цель сохранять nice and good relationship с людьми, которые здесь работают, ибо, как я сказала, город маленький. Вот, и просто найти свой путь. А дальше жизнь покажет, кто был прав, кто виноват. Правда? Ну, в общем, если у вас были подобные истории, как вы адаптировались в Америке, как вас кидали с работы, или, может быть, это было в вашей стране, пишите, если вам есть что сказать, я с удовольствием послушаю. Ну и вообще, что вы думаете вот по поводу происходящего? Я права? Или мне дальше стоит оставаться здесь, ждать чего-то там у моря погоды? Или нет? Ну вот таким был мой сказ на сегодня, а на этом пока-пока, увидимся в следующих видео. Пока! Люблю вас всех!